Всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. Смотрите, как у нас уже слива распустилась красиво. И как по названию вы поняли, сегодня будем коптить кролика. Так что смотрите, как у нас получится. Ну а чтобы нам закоптить кролика, его нужно добыть. Сейчас будет забой кролика. Кому нет 18 лет, вы просто перемотайте дальше. И слабонервным тоже просто дальше перемотайте, и все. Что нам понадобится для забоя? Сам глушитель. Вот такой вот. Ножик. Щипцы. Вот такие ножики. Тоже самодельные. Взяли небольшого. Калифорнию. Удар уже прошел. Он еще живой. Вот когда хвостик вниз опустится, значит он все готов. Вот он висит. Сейчас лапы готовим. Думаю, голову срезаем и потом сдергиваем шкуру. Сейчас покажу все. Ну вот одну лапу уже же сделали. Вторую. Снимать и резать неудобно. Вот разделываю вторую лапу. И начался дождик. А то нам вообще ни к чему сейчас. И вот так вот получается. Кролик небольшой, не жирный, самое то для копчения. Вот такая тушка получилась. Ну, небольшая. Сейчас пусть висит, обсыхает, но дождь на улице. Сейчас посмотрим. Так вот мы добываем стружку, бензопилой пропиливаю, и вот такая стружка получается. Это сухая ветка яблони. И все, пилю дальше, подготавливаю. Дождик начинается, как не вовремя. Видите, на небе тучи. Это наш Урал. Вот столько у нас получилось стружки. Здесь мы будем мыть кролика. Коптилку поставим на мангал. Подготовил дров. Сейчас зажгу. А это будем в течение копчения подкидывать. Он самодельный. Делал мне знакомый сварщик. Варил. Серега, привет тебе. Спасибо большое.
Что тут? Это гидрозатвор. Сюда вода наливается. Отверстие для трубочки. Я ее не стал приваривать. Это для домашнего копчения. Вот что у нас внутри. Сюда кладется кролик. Единственное, что я сам делал, это плоскогубцами поворачивал вот эту сетку. То есть вот есть следы от плоскогубцев. А то скажете, что купил. Это поддон. Вот на таких ножках. Сюда опилки. Поддон у нас капает жир. Сюда, соответственно, кролик. И все. Вот такая коптилочка. Вымываю кролика. Это я подготовил все руки помыть. И вот уже костерчик горит. Помыл. Раскрыл. Лишнего убираю. Туда прям в огонь. Почки нам тоже не нужны. Жирок лишний тоже убираем. Ну все, что не нужно, убираем. Туда прям в огонь кидаем. Ну чуть-чуть-то оставим, пусть будет. И что нам понадобится? Чесночок для запаха, для вкуса. Его можно по вкусу, кто как любит. Прям хорошенечко можно. Ничего страшного. Везде. Смесь трав. Оно тоже придаст вкус и запах. Потом я переверну и с той стороны также все сделаю. И перец черный. Поперчить как следует. И посолить. Все это натираю. Вот эти я кончики обрублю. Сейчас топор возьму и уберу их. Все, натерли. Переворачиваем. И все то же самое. Солим. Поперчим. Костер у нас как раз уже доходит, угли есть. Сейчас он чуть-чуть полежит, обветрится еще. И вот такой красивый уже получается. И хотел вам посоветовать один хороший канал. Ссылочку я оставлю в описании. Человек творческий, делает хорошие, красивые клипы, сам поет. Так что по ссылке в описании заходите, смотрите, подписывайтесь на него. А мы пойдемте засыпем опилки. Помоем ручки. И засыпаем сюда опилочки. Подойди поближе. Ну вот сюда засыпаем опилки. Я думаю, этого достаточно. Большие дрова убираю отсюда. Кто-то ползает уже тут. Тоже хочет закоптиться. Так. И ставим дно. Хлоп. И вот основание вот такое. И уже сюда будем ложить кролика. Сейчас он чуть обветрится.
Так. Так, тут наш кролик. Он вообще влезет туда, нет? А, нужно обрубить эти концы. Ну ладно, пускай будут. Ничего страшного. И вот так вот его закладываем. Так. И вот так вот. Отлично. А, запах-то какой уже от чесночка. Ну все, ставим кролика. О, какой тяжелый. А как же установить-то? Вот так вот все стоит. И вот такая красота там. Все, и потихоньку буду сбоку подкидывать щепки. Там угля достаточно. Сюда воду я не стал наливать. Гидрозатвор нам ни к чему. Он нужен, чтобы не выходил дым. А сюда, как я говорил, приваривается трубочка. А в трубочку одевается шланчик. И в окно. Это же когда дома коптите, чтобы не воняло. Но вот тут нам и так хорошо. Ну вот, прошло около часу. Я перевернул саму коптильню. И перевернул кролика. И вот так получается. Первый дым я спустил, открыл, чтобы всю горечь выпустить. И вот так он коптится. Ну вот он и приготовился. Сняли его с мангала. Вот такой он получился. Сейчас я вам достану, покажу, пусть пока доходит, еще напитается дымом. Ну вот, он и готов. Достаю его. Ах, он мягенький какой. Вот сюда этого красавца. Сейчас пробуем. Снимаем пробу. Все, он приготовился. С лучком. Горячий еще. Но вкус совершенно другой. Мы делали шашлык. Вы можете видео посмотреть ниже. Или на плейлисте есть. Ну вот такой вот получился у нас кролик. Кому понравился, ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока!